Так, еще немножко красоты. Батарейка почти закончилась. И еще чуть-чуть вот этой красоты. Так, я стараюсь ехать быстро, потому что, чтобы успеть что-то снять. И потом уже время почти 4 часа. Я еду с севера Флориды на юг Флориды. Вернее, в центр, ну да, в центральную Флориду, в Орландо. Мне еще нужно проделать порядка 80 миль, чтобы добраться до Орландо. И вот впереди такая дымка интересная. Я еду по берегу, справа, слева от меня находится, я побережье, еду по берегу Атлантического океана. Вот эти домики, они все смотрят на океан. И вот такая дымка интересная, что это такое, туман, не туман. Ну, туманово-то не может быть. Итак, поехали. Красотулечка, красотулечка. Красотулечка. Вот такой холмик с правой стороны отделяет, закрывает вид на океан. И вот пошли вот эти пальмочки, кустарник из пальм. Давай, 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 поехали, 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 поехали. Поехали. 50 миль в час, давай. Не хочет он ехать, не хочет он ехать, превышать. Едет 50 миль в час. Или это она, тут часто бывают такие древние такие люди в таком возрасте, под 100 лет или более даже. Конечно, естественно, они стараются ехать очень аккуратно, потому что не доверяют своей координации, там, своей реакции. Так, ну что, я тебя обгоню? Давай я тебя обгоню. Сори, но я тебя обгоню. Дай мне тебя обгонять. Что не люблю вот таких водителей, когда я начинаю обгонять, он тоже начинает увеличивать скорость. Дай мне обогнать себя, если ты едешь так медленно. Вредные, вредные, бывают такие вреденки. Так, это куда я уже приехала? Пайнтерс Хилл. Это название вот этого, вот этой территориальной единицы. Красиво, прекрасиво. Домики справа смотрят на океан, домики слева смотрят на залив. Красота. 45, а я еду 60. Ну ладно, я буду ехать сейчас 55. Потому что 60 многовато, 50 как бы можно. Ну, там, где можно 50, там можно и 55. Ладно. Вот они с левой стороны остались место для домиков на колесах. Так, идут строительные работы. Я всегда говорю, нельзя превышать в том месте, где идут строительные работы, но сама немножко превышаю иногда. Неправильно, конечно, неправильно. Я просто... А вот это место, вот это место. Я здесь, вот это с правой стороны я снимала. Позже туда заезжала. Какая там красота. Мобил хоум. Ой, я не буду заезжать, потому что я это уже все сделала. Какая красота. Серфсайд. Вот там столько воды с левой стороны. И там эти мобил хоумы. Такое все аккуратненько, такое все красивенько. И опять же, вот эти справа и слева видно стоянки для моторхоум. Нужно взять этот домик на колеса, поставить его, подключиться к воде, к свету и к телевидению и жить в этом домике, платя там 20, 30, может быть 40 долларов в день, я не знаю сколько. Ну, наверное, на такой площадке долларов 20. Обычно там свыше 20 долларов, там, где есть бассейн еще дополнительно, там какие-то услуги. Ой, какая красота. Боже, какая сказка. Пальмочка такая стоит. Как дулитика. Все, леса закончились. Прерии закончились. Джунгли закончились. Ага, вот он океан. Вот я уже вижу океан. Где-то здесь я останавливалась. По дороге туда, вот где-то здесь, и на пляже прямо проходила свадебная церемония. Да-да-да, вот я уже к этому месту подъезжаю. Я сняла свадебную церемонию. Жениха с невестой я не сняла. Вот здесь, по-моему. Жениха с невестой не сняла, потому что я приехала, уже сама церемония закончилась. Я сняла